Готовлю элементарные сырники. Потребуется 200 грамм творога, одно небольшое яйцо и 1,5 столовые ложки рисовой муки. На поверхность посыпаю немного муки. Для формировки потребуется стеклянный стакан. Величину сырников отмеряю чайной ложкой. Немного обваливаю в муке и выравниваю стаканом. Вот такое количество сырников получается из 200-граммовой пачки творога. Обжариваю сырники в небольшом количестве растительного масла под крышкой с обеих сторон до хрустящей яркой корочки. На маленьком огне примерно 2,5-3 минуты с каждой стороны. Сырники готовы. Так как в тесто не добавлялись соль, сахар и ароматизаторы, сейчас добавляю любимый сироп. Этой сладости вполне хватает.